Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня уже 8 декабря, и как вы поняли, то опять наболевший мой вопрос – это пруд и грядущая впереди зима. Сейчас вот погода такая, то плюс, то минус, то дождь, то снег. На воскресенье передали минус 8, поэтому я буду опять устанавливать антиобледенитель. Я его вынула. Ну, думаю, что сейчас не стоит его убирать, потому что постоянно температура колеблется. И пусть он лучше будет здесь, в лунке. Вот, видите, по краю намерз лед такими красивыми волнами. Но он очень тоненький. И кошка моя подошла сюда попить водички. И этот лед провалился, поломался, и она очутилась в воде, но удачно очень выбралась, намочила только задние лапки и хвост. Ну, мы обсушили, сейчас все в порядке. Ну, и хочу еще сказать о том, что знала бы я раньше, что такие возникнут у меня сложности и материальные затраты, и если бы знала это заранее, то стала бы я делать этот пруд. Ну, как вы знаете, кто видел мои предыдущие прошлогодние видео, с чего начиналось строительство моего пруда. Перед тем я побывала в гостях у одного человека в Харькове, у Виктора Алипова, у которого есть замечательный пруд, и рыбки там, карпы, кои. И я настолько была шокирована, вообще восхищена этим зрелищем, тем более что мы были с дочкой, с внучкой там в теплую погоду, еще нимфеи у него не цвели, но рыбки вовсю уже резвились, было тепло, везде травка, зелень. Вот посмотрите, если хотите, это видео, вернитесь немножко назад вот в моем плейлисте и найдите это видео, оно так и называется, как я была в гостях у Виктора Алипова. Ну и вот это меня подтолкнуло для строительства моего пруда. Я приехала домой, загорелась, и буквально чуть ли не на следующий день начала уже делать разметку. Прежде всего убрала там две компостные кучи, лежали у меня здесь. Вот это был у меня раньше задний двор, самое такое неприглядное место. А сейчас это самое красивое и самое посещаемое место. И убрала эти кучи компостные, начала сразу делать разметку. Ну, не буду долго повторяться, потому что все это вы можете увидеть в моем видео, как делался мой пруд. И отвечу на вопрос, на свой же вопрос отвечу, что если бы я знала обо всех проблемах и обо всех затратах, то стала бы я делать этот пруд. Я думаю, что да, наверное, стала бы делать. Вот, видите, уже я воткнула антиобледенитель на место. Вот, лунка будет именно в этом бурлящем месте, потому что здесь тоже намерзал лед, когда лунка сузилась, и несмотря на вот это вот бурление, все равно здесь был сплошной лед холмиком. Вот в предыдущем видео посмотрите, кому интересно. Ну и продолжаю эту тему о том, что сделала бы я этот пруд заново, если бы все знала наперед. Да, конечно, сделала бы. Очень сильное было у меня желание. И я очень люблю воду. Вода – это жизнь. И несмотря на все затраты и все трудности, я думаю, что трудности, они постепенно уйдут. Ведь уже все оборудование у меня есть для пруда, и покупалось это не за один раз, а постепенно. И я выбирала недорогое оборудование, оно, думаю, что по карману любому человеку, который хочет сделать пруд. Хотя есть очень разное
оборудование на любые запросы по цене. Вот мои кошечки опять подошли пить водичку. И в тех видео, где я конкретно рассказываю о каждом приспособлении, о фильтре, о насосах, то я там озвучиваю цену, за сколько я купила. Вот, и вы увидите, что не такие уже большие деньги я потратила, ну, смотря с чем сравнивать. Ну, а что остается делать? Что остается делать? Не закапывать же пруд обратно, это вообще абсурд. Поэтому нужно его поддерживать в надлежащем состоянии. Можно, конечно, обойтись без живности, выращивать там только растения, но все равно нужно следить за тем, чтобы вода не цвела. Вот. Но с тех пор, как у меня завелись рыбки, я завела рыбок в пруду, я теперь вообще не представляю, как может быть пруд без рыбок. Это же просто будет очень скучно. Поэтому, кто однажды уже попробовал, у кого есть пруд, и держать в нем рыбок, то уже он не сможет, этот человек, обойтись без рыбок. И это вот сейчас мы с собачкой вышли погулять. Немножко выпало снежку за прошлую ночь. И стало намного чище, немного мягче, несмотря на то, что мороз. И буду продолжать дальше заниматься своим прудиком. Я получаю огромное удовольствие. Вот, переживания переживаниями, но когда приходит теплое время года, и тоже много работы, много забот, нужно после зимы все как следует там почистить. Воду я не буду в этом году менять. Я уже рассказывала, почему можно не менять воду и даже не рекомендуется часто менять ее. Нужно просто не давать воде цвести в теплое время, а на дне вилле образуются разные микроорганизмы, мотыль, червячки всякие. И это служит отличным кормом для рыбы. Это источник белка. Потому что как ни крути, и подкармливаю я их и искусственным кормом, и даю разнообразный корм, искусственный, но все-таки живой корм – это живой корм. И я вижу, как мой молодняк, мои мальки, они кушают этих червячков, гребутся под камушками. Вот здесь вот на террасках особенно хорошо это видно, когда вода прозрачная. Вот, и мальки еще любят объедать стенки пруда от водорослей. На стенках нарастают водоросли, и как пушистый такой мох делается. И мальки карасей, вот, они очень любят кушать эти водоросли, буквально пасутся там все время. Это источник, дополнительный источник витаминов и всяких полезных веществ. И я получаю большое удовольствие в теплое время года, когда все красиво, все цветет, везде зеленая травка, водные растения, мои нимфеи цветут. Сядешь возле пруда и просто отдыхаешь. Несмотря на физическую усталость, это все снимает все отрицательные накопленные эмоции, весь негатив снимается. Это я вам говорю 100%. Вода – это жизнь. На этом я заканчиваю, я прощаюсь с вами. Задавайте мне конкретные вопросы, дорогие друзья, я буду на них отвечать и, может быть, сниму даже целое видео с ответами на ваши вопросы. До скорой встречи, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. С вами была Тала Хухрянская из Харькова.